Вера Фимас Хатыр, Пугагра. Добрый день, дорогие моему сердцу гагрцы. Я как-то высказался в таком духе. Единственные люди, которым я завидую, это жителям города Гагра, потому что они живут в том месте, которое я назвал бы раем на земле. Другое дело, что иногда власть портит настроение даже в раю, но об этом мы скажем чуть позже. Шпуялым свазер, урусчала сшайва, пизба намзер, акалак гагра, инхо, амилат, радшок, афши зимдрой, хокоп, бортрахат, рахабаб, ав, аус, все знают о том, что до 2 марта текущего года у нас пройдут выборы главы государства. За последние полгода это уже происходит третий раз. Такая частота выборов свидетельство, к сожалению, кризиса политического, который протекает сегодня в Абхазии, и мы должны этот кризис преодолеть. Команда, которую я возглавляю на протяжении 6 лет, на протяжении более чем 5 лет, уже 6-й год, была в оппозиции. Многие присутствующие в этой аудитории знают меня, многих знаю я, многие знают мои взгляды на те процессы, которые происходят. И многие, наверное, читали мою концепцию реформы органов государственного управления, правоохранительных органов и судебной системы, то есть имеют представление о тех планах, которые мы намерены реализовать. Мои дорогие друзья, конечно, больно, что так случилось. Конечно, неприятно, что в нашей стране за последние годы часто, можно сказать, перманентно происходят политические кризисы. Это очень тяжким бременем ложится на плечи нашего неокрепшего молодого государства. Это вызывает очень негативные процессы в обществе. Но все эти явления негативные имеют свою первопричину. Я бы не хотел впадать в уныние. Я считаю, что неверие – это смертный грех. Я человек воцерквленный, поэтому абсолютно убежден в том, что народ Абхазии, его лучшие представители, а я уверен в том, что Абхазию возглавят те, которые сегодня в полной мере будут соответствовать интересам наших граждан, чьи взгляды будут соответствовать, и в полной мере будут эти интересы реализовывать. Я уверен, вместе с народом Абхазии будущие руководители поэтапно сумеют решить ряд ключевых проблем. Самая главная проблема, не проблема, а самая главная задача, которая стоит перед нашей командой, это укрепление нашей государственности. Я на эту тему уже говорил, готов повторить, зачем это нам надо, зачем нам, абхазам, нужно иметь свою государственность. С учетом того, как нас мало, количественные параметры вам известны, нас очень мало. Мы живем в очень красивом месте, мы обязаны иметь свой дом. Государство – это наш дом. В рамках своего дома мы сможем себя реализовать в полной мере. В рамках своего дома мы можем создать условия, при которых наш народ, народ Абхазии, будет развиваться. Мы будем иметь возможность только в рамках своего дома стать сформировавшейся нацией. Участь бездомных вам известна. Тот, который не имеет своего дома, его гоняют, как вшиво в бане. Поколение наших отцов, поколение наших братьев, наши ровесники,
чуть старше, сделали все для того, чтобы создать предпосылки для строительства независимого абхазского государства. Великий Владислав говорил после войны о том, что самое тяжелое позади, а самое сложное впереди. Под самым сложным он как раз таки имел в виду процессы, связанные с строительством государства. Неокрепшее наше государство в последнее время, к большому сожалению, подверглось еще большей деструкции со стороны непрофессионалов и безответственных политиков. Такое было, такое имеет место быть, такое происходит и по сей день. Поэтому очень важно, какое качество государственного аппарата, какого качества будет государственный аппарат, который призван и обязан управлять государством. Что такое государство вообще? Государство – это политическая организация общества на определенной территории. Это организация власти, которая наделена функциями управления и принуждения, которые подчиняются все. Иных формулировок и формул государства нет. Поэтому мы должны такое государство построить. Государство, в котором хозяинов будет двое. Народ Абхазии и законы Абхазии. Я это говорю не потому, что хочу вам понравиться. Только такой подход и возможность реализации именно такого подхода даст возможность для сохранения нашего этноса. По-другому нам не выжить. Если проект «Абхазская государственность» не состоится, тогда у нас не будет будущего. Сегодня стоит вопрос именно в таком ключе. Хочу вам сказать, что есть люди, силы, государства, которые заинтересованы в том, чтобы наша страна состоялась. И не меньше количество людей, и не меньше количество государств не заинтересованы в этом. И они здесь ведут всевозможную подрывную деятельность. Это нужно знать. Таковы реалии. Поэтому во главу угла мы ставим вопросы государственного строительства. А что это даст обычным гражданам, кроме того, что мы сумеем сохранить свой этнос? А это ключевая задача. Современное правовое государство, экономически развитое, это государство, которое обеспечит определенные гарантии перед населением. Государство должно обеспечить безопасность наших граждан. Военная безопасность нашего государства обеспечена вместе с союзом с Российской Федерацией. А обеспечена ли общественная безопасность? В должной мере нет. Очень высокий уровень преступности, и об этом не мне вам говорить, вы с этим сталкиваетесь каждый день. Очень высокий уровень коррупции, и это стало очевидно, и это разъедает нашу страну изнутри. Это лишает завтрашнего дня наших детей и внуков. Кто-то обирает свой народ бессовестным образом, прикрываясь красивыми идеями. Но этих кто-то слишком много развелось, и их необходимо остановить. Я сам по себе человек не агрессивный, хотя руководил спецслужбой. Но глубокое знание предмета подсказывает именно такую формулу действия, а не другую. Преступный элемент и во власти, и вне власти распоясался. Многие из них поверили в то, что центр силы – это они. И они будут дальше управлять страной. Могу сказать, что это глубочайшее заблуждение. И если народ Абхазии доверит нам свою судьбу, мы будем служить народу Абхазии и в кратчайшее время покажем, что в этом доме хозяин народа и его законы, а не отдельно взятые личности. Не думаю, что будет интересно, если я вам буду приводить сухие цифры. Мы знаем, как реформировать и государственный аппарат, какого он должен быть качества. Мы знаем, какие меры необходимо предпринять, чтобы наши дети, сотрудники милиции, наши братья в форме работали эффективно.
чтобы это были лучшие наши представители. В органах внутренних дел таких людей достаточно. Мы им поможем. А те, кто не хочет разделять наши ценности, они останутся сами с собой, со своими проблемами отдельно. Мы в обязательном порядке в кратчайшее время, 1.5-2 года, поменяем и изменим уровень доверия и к правоохранительным органам, и к власти, и к судебной системе. То есть к тем институтам, которые формируют лицо и качество государства. Это ключевая задача, и она будет решена. Наши граждане сталкиваются с многочисленными экономическими проблемами, с многочисленными социальными проблемами. Для чего человечество придумало такой институт, как государство? Для того, чтобы сообща вопросы, которые имеют отношение к жизнедеятельности населения, решались отдельно взятой группой лиц. Это их прерогатива и их ответственность государственных институтов обеспечить такие правила, такие нормы, которые облегчат нашу жизнь. Эта работа сегодня не ведется на должном уровне. Я вообще в последнее время, кроме популистских заявлений, ничего предметного на сей счет не слышал. Откровенно говоря, мы этим процессом придадим и новый виток, и нужную осмысленность. Экономические проблемы, социальные проблемы, они имеют место быть. У абхазского современного государства нет достаточного количества денег на решение ни одной проблемы мы сегодня самостоятельно не можем решить. Так разлажен механизм. Многие могут подумать, что я критикую вот последние годы. Нет. Я совершенно четко понимаю, что у нас проблемы были всегда. Но я хочу вам напомнить период с 2008-2009 года после признания до 2014 года. У нас пошли положительные процессы потихонечку, медленно, может быть, не так, как хотелось бы, но тому есть объяснение, то последовательно решались социальные проблемы. Вы помните программу, которая была связана с тем, чтобы новые крыши в домах. Вы помните, какое количество мини-стадионов было построено, сколько школ, сколько дошкольных учреждений, сколько медицинских учреждений, автотрасса. Это все делалось нами, вместе с вами. Но почему-то интенсивность такого рода правильных дел сократилась с 2014 года. Сравните, посмотрите. В данном случае мы опять-таки имеем исключительно субъективные причины, почему так произошло. Потому что не хватило знаний, умений и желаний у тех, кто управлял Абхазией в последнее время. Это не имеет отношения всем без исключения. Это имеет отношение к высшему руководству и отдельным руководителям министерств и ведомств. Даже в этом кабинете министров есть отдельные руководители, работа которых заслуживает положительной оценки. Но таких меньшинство, и это нужно признать. Поэтому проблемы, стоящие перед нами, могут быть решены и должны быть решены, исходя из возможностей нашего государства. И я очень серьезно рассчитываю на помощь наших друзей Российской Федерации. Насколько я проинформирован, наши российские друзья серьезным образом озабочены теми негативными процессами и тенденциями, которые обозначились здесь как устойчивые угрозы. И я абсолютно уверен в том, что мы получим конкретную и адресную помощь для решения этих задач. Мы прекрасно, я, моя команда понимают, что в такой жемчужине, в таком месте, как Гагра, не должно было быть в 21 веке
таких проблем, как с водоснабжением, с электроснабжением, с вывозом мусора. Но они и есть. Такова реальность. Эти вопросы тоже будут решаться последовательно. Эти вопросы тоже будут разрешены. Но это не произойдет завтра, с понедельника, как вам неоднократно уже это обещалось. Это произойдет в течение нескольких лет. На это потребуется 3-4 года. И в этом есть правда. Мы же можем обеспечить условия для работы. Мы можем обеспечить и обеспечим условия для того, чтобы бизнес работал так, чтобы не было излишнего административного над ним пресса. Мы избавим страну от паразитов и преступников, которые мешают ей развиваться. Это есть задача государства. Особо хотел бы подчеркнуть важность такого вопроса, как межнациональный мир, которым мы должны дорожить. Гагра – интернациональный город, и в этом его и уникальность, и прелесть, и красота. Мы будем приветствовать, я буду очень рад, смешанным браком. Мы будем обогащать друг друга своей культурой, своей духовностью. При этом, конечно же, помня, что государство, образующим народом и этносом, является абхазский народ. Конечно, сегодня в большей степени, чем другие языки, и это тоже правда, нуждается в поддержке абхазский язык. И наши армянские и русские братья это прекрасно понимают. Я был недавно в селе Лабра, директор этого села, уважаемый педагог Папазян Сейран сказал мне, что в Лабре один педагог по абхазскому языку. Мы просим еще одного педагога. И тут же выразил просьбу учителям абхазского языка в армянских школах вдвое поднять заработную плату. Это было очень приятно слышать. Я это слышал от достойного гражданина Апсны. Меня переполняла гордость за слова, сказанные этим человеком. И мы этими посылами будем руководствоваться. Мы поможем и абхазскому языку, и русской культуре, и армянской культуре, и культуре всех тех народов, которые в Абхазии проживают. Мы сделаем Абхазию территорией, где гражданин будет чувствовать себя хозяином положения. Это будет наше главное достижение, мы к этому в обязательном порядке придем. Поэтому межнациональный мир мы должны обеспечить всеми возможностями нашего государства. В последнее время мои друзья, люди, которые сопереживают за мою деятельность, мне высказали несколько советов. Я их принял, потому что в этих советах очень много правильного и полезного. Мы не собираемся строить полицейское государство. Нет, мы собираемся строить правовое государство. Это разные вещи. Права человека будут обеспечены возможностью нашего государства и мерами государственного принуждения. Это будет правовое государство. Наряду с ужесточением мер по борьбе с преступностью мы посмотрим и пересмотрим некоторые статьи Уголовного кодекса. Некоторые положения Уголовного кодекса, некоторые статьи могут быть декриминализированы в отношении лиц, совершивших преступления по неосторожности, ветеранов войны. Меры наказания могут быть смягчены, но это должен быть индивидуальный подход. Нас интересует судьба каждого гражданина нашей страны, независимо от того, совершил он преступление или нет. Наказание должно соответствовать масштабу содеянного, не больше и не меньше. И при этом абхазское государство будет проявлять в обязательном порядке гуманизм там, где это будет уместно
и законно. Поэтому разговоры о том, что я пытаюсь построить полицейское государство, не соответствуют правде. В этой аудитории сидят юристы с большим стажем работы, очень много людей в погонах, действующие, бывшие сотрудники. Я четко осознаю, что они понимают, о чем идет речь. С вами я готов говорить очень долго и с большим удовольствием. Но со мной команда, представители команды тоже хотят выступить. Я хотел бы вас поблагодарить за тот прием радушный, который вы мне оказали. Потом мы, если вы сочтете возможным и нужным, перейдем к формату вопросов и ответов. Итого, благодарю. Азариму, община Хадара, Хатепыляха, кандидат, Вадразула Бипагунба. Зарашубазад, Гагра район, Гагра Аклык, Икун Хозыге, Ихам Тукшана, Ими Хотазыге, Табу Паша Сфо. Ихапи, Абсны, Ими Пасу, Политика, Процесс, Куаскутская зона, Апейдж, Асхоцра зона, Шахадзгалас. Ара хайна, хбито, атыгыла защизыву хамхарги, ахай хашриш дырон. Ихады астаза арахаззыге, яхнуба ало, усу. А я шашасха, сразы хенту, бабасико, айпалара, абгулара, избадамзы, Асей Шихоз Ачанвер Парачан, Арташевской Тадзены. И Пхас Шонак был Резбаном за Хайбер Паяхуси Аймадыр Армуди. У Бриаганахала Абрагараги Мачха за Болотаха Хартиха Ейцу, а команда Слан Герги Пархер Наргылана, Александр Золотинский по Агертачкунча Хоккыз, Хвито, Хаджара, Румачна, Хвос, Яц, Цепхау, Хвито. Джухы-джухы из Барта, Холот и Жемич, Бошек, Сыртык, Цене, Ихадзозы, Ус, Ярбан, Шачоу, Ихадзоз. И Киус, Яхарги, Бзины, Лахка, Отхазыги, Хунткарна, Яму, Алшары, Ихяхаму, Алцфей. Хюнткара яму алшара, умак алшара, ханатызумаз, хартизахто хуэбш, айбыш раамыштых, хабы истаз, хазызхаоз за хюнткара гылара. Аха харе хаму алшара, хчы, хы ярхона, хайчахана, паду акцына, арлы и разнагару, убрягады халасвуяны гуд, дышызнык сазад гылот, и хейцу ава, апыша дузмо, апрыгарарыму, А пахаги, хакаваги, яхалшо, ирулшо, зыге, анагдзера, анча яхвиржа. Уяганыхала, харт, хмадзуйцов, хрывагло, яхалу, адырра, алшара, хо ярхона, хрыцхрао. Табук дара, зажира, жилешу, залакабасы, хазира, жилешу. Катарызгуй, езе, зыхя. Акулара Парамаштек, Штахайес, Аззара Парах, Аззара Ка, Шимазар, Ара Микрофон, Куи Бабулу, Юни Афишта Валой, Халаза Аззара Парах, перейдем к вопросам, пожалуйста, у кого есть вопросы к нашим кандидатам, прошу. Нам поступил вопрос. Поступил такой вопрос. Уважаемый Аслан Георгиевич, будут ли возбуждены уголовные дела по фактам хищения денег, выявленным счетной палатой и по другим преступлениям? Докладываю, счетная палата может в лучшем случае обнаружить признаки преступления и передать материалы в компетентные органы. Дальше по списку факт совершение преступления устанавливает компетентный орган. Я думаю, что
В большинстве случаев, к сожалению, в материалах контрольной палаты, по итогам работы контрольной палаты, мы будем иметь дело с преступлениями совершенными. Так я думаю, но я не хотел бы забегать вперед и называть какие-то конкретные дела. Но похоже, что это именно так. Я могу сказать следующее, что о работе компетентных органов мешать никто не будет. Если мы окажемся людьми, которым оказано доверие, если вы нам доверите, то компетентные органы будут руководствоваться не установкой президента, а действующим уголовным кодексом УПК, законами и Конституцией. И ничего другого происходить не будет. Другое дело, что я в этих вопросах более или менее разбираюсь. Поэтому мимо поля зрения главы государства это не пройдет, конечно же. Я неоднократно заявлял, что все должны быть равны перед законом. Этот принцип должен работать. Равенство всех перед законом. Этот принцип будет реализован по-другому. Несправедливо. Но я сейчас вот впервые, наверное, об этом говорю. Мы можем столкнуться с таким масштабом преступлений вот в этом ключе, что может и не хватить возможностей наших правоохранительных органов. Может быть, нам придется воспользоваться элементами правосудия переходного периода. Это мало изученная тема, но по такому пути пошли наши сопредельные государства. В некоторых случаях, может быть, придется пойти по такому пути. Украл, вернул на свободе. Украл, не вернул, путевка в Тулун. Это в Красноярском крае есть такой пример. Может быть, работает такой механизм. Будем смотреть в конкретном случае. Так, Азара Паваха из МАДА. У кого вопросы, пожалуйста. Когда начнет функционировать в городе Гагра новый водопровод и канализация? Ну, я не знаю. Я знаю, что эта тема актуальна уже долгие годы. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вникнуть в материалы. У меня нет доступа к этим материалам. Другое дело, что если для решения этой проблемы государством выделялись достаточные денежные средства, тогда порядок будет в этом вопросе обеспечен очень быстро. Очень быстро и оперативно. Никому не будет позволено злоупотреблять и транжирить народные деньги. Эта тема закрыта. Их не так много, чтобы безобразничать на этом. Поэтому чуть позже, если мы окажемся теми, кому вы доверите, мы вам дадим ответ на этот вопрос более точно. В случае избрания вас президентом, как часто вы будете встречаться с жителями Гагарского района для обсуждения решения заподневных вопросов, волнующих наше население? Благодарю, Шатат Дугович. Спасибо за этот вопрос, Шатат Дугович. Я буду встречаться с жителями Гагарского и Гагарского района тоже. Города Гагры по мере необходимости. Вот сколько нужно будет встречаться, вот с этим у нас проблем точно не будет. Ну, вопрос, хотелось бы узнать,
о проектах развития сельского хозяйства. Самый главный проект на этом этапе развития сельского хозяйства состоит в том, чтобы не мешать жителям села. Государство не должно чинить им препоны. Я на эту тему говорил неоднократно. Вы знаете, о чем я говорю. Вот эти вот поборы на границе, экспортные пошлины, ввозной НДС, который серьезным образом усложнил работу наших аграриев. Эти решения были приняты властью. Эти решения будут пересмотрены. И это первое, что мы сделаем. Мы перестанем вам мешать. Потом мы приступим к другому процессу. Точечно будем оказывать помощь селу. Потому что село – это не только экономическая категория. Для жителей Абхазии село – это место, где… Это исток нашей духовности, культуры и обычаев. Люди уезжают из села, потому что им тяжело жить. Мы предпримем все необходимые условия, чтобы люди из села не уезжали. Я не хочу вам давать ничем не подкрепленные обещания, но я совершенно точно знаю, что государство имеет даже сегодня большие возможности оказать внимание селу, чем оно оказывает. Мне, например, непонятно, почему у нас министерств стало больше, а Министерство сельского хозяйства не стало вообще в аграрной стране. Мне непонятно, почему на сельское хозяйство в бюджете государства несколько десятков миллионов рублей. Это смешно. Это не работа, это видимость работы. Так действовать нельзя, так действовать мы не будем. Когда решится вопрос открытия границы Псоу? Ну, дорогие мои друзья, я вопрос поставил по-другому. Граница у нас открыта. Другое дело, переход через эту границу вызывает массу нареканий. Там слишком много, неоправданно много контрольных органов. Их количество надо сократить. Человек, который не имеет проблемы с правосудием, границу должен переходить или переезжать свободно и быстро. И это вопрос решаемый. И он будет решен. В межгосударственном договоре 24 ноября 2014 года об этом сказано. Там было сказано, что в течение 2 лет стороны берут на себя обязательства по изменению режима работы на государственной границе. Там стоит подпись Владимира Владимировича Путина. Насколько я проинформирован, подпись Владимира Владимировича Путина очень дорогого стоит. И то, что там подписано, будет реализовано. Нужно время, незначительное время, но нужно. Гагры и светофоры работают 24 часа. Вы знаете, я вообще не знал, что есть светофор, который работает 8 часов. А 16 отдыхает, для меня это большая новость. Но если все светофоры работают в таком режиме, как памятник истории, один можно оставить такой виде, как он есть, остальные, конечно, должны работать 24 часа. Да, и он благодарен. Все по-русски.
Ближе, микрофон ближе. Вопрос такого характера. Руслан Георгиевич, вы уже поверхностно ответили в направлении сельского хозяйства о вывозимых сельскохозяйственной продукции и о пошлинах, что обходится крестьянин. Если мы говорим о псуранаше, в селах, это наши традиции, те, которые соблюдают и сохраняют, продолжать в дальнейшем и передают испокон от веков. Далее развивать. Вопрос такого характера. Ввозимый товар был уже дан оценку на НДС 13%. Но по сравнению с этим 13%, на вывозимую сельскохозяйственную продукцию возьмем два вида. Это цитрусовые, мандарины и хурму. Если хурма стоит 30 рублей, то вывоз обходится с документами 13 рублей на границе. Если мандарины 50 рублей стоят, то вывоз обходится 13%. То это 13 рублей. То сколько это получается в процентном соотношении? 25%. А хурма получается все 45 и более. А как будет развиваться сельское хозяйство? Как известно, агропромышленный комплекс всегда был нерентабельным, был убыточным. А я уже не говорю о субсидиях, которые оно поддерживалось всегда и не поддерживалось. Вопрос такого характера. Как вы думаете решить эту проблему? Что касается вот этих цифр, которые вы назвали, 12 рублей, 13 рублей, насколько я понимаю, официальный платеж должен быть не более 5 рублей. Все остальное – это сумма, которая седает в карманах нечистоплотных чиновников. Эта проблема имеет… Эта проблема может быть решена несколькими мерами разъяснительными, правовыми и мерами государственного принуждения. Это будет сделано очень быстро. Вывоз цитрусов больше 5 рублей обходиться не будет. Было такое, когда цитрусов обходились не более 5 рублей. И в ближайшее время так же и будет. Что касается и хурмы, там примерно такой же должен быть подход. Ну, вы правильно отметили, что сельское хозяйство нуждается в субсидиях, в поддержке, в помощи. Мы это прекрасно понимаем. Мы это прекрасно понимаем, поэтому в 2011, 2012, 2013 году была разработана и начала реализовываться программа поддержки сельского хозяйства. Около более... 1300-1400 гектаров земли под разные сельскохозяйственные культуры были заготовлены. Но эта программа свернулась в 2014 году. Это все делалось с помощью и поддержкой государства. Эти программы будут заново возвращены. Потребуется немного времени, потребуются финансы, но они должны быть изыщены. По-другому мы село поддержать не сможем. Других рецептов и препаратов нет. В таком ключе и будем действовать. Можно вопросы с толпы? Уважаемые кандидаты, президенты и остальные товарищи. Откуда вопрос? Покажитесь. Есть вопрос такой вот. Прежде всего, желаю успехов. Мы надеемся на то, что на вас смотрят. Здесь народ. Говорили вы несколько раз о том, что устал народ. И это действительно. Вопрос мой заключается короткий.
И хотелось бы получить ответ. Курорт как расслабиться своими курортными объектами? Весь мир знает его союзные курорты. Но мое мнение, я хотел бы узнать, продажа их, эти наши знаменитые курорты. Как вы смотрите на эту продажу? Не стоит ли нет поставить точку? А что останется у нас? Есть. Спасибо вам за этот вопрос. Вы знаете, в стране принят закон о приватизации, и он долгие годы реализовывается. По-хорошему, санаторно-курортные объекты, объекты размещения для гостей нашей страны, они, как правило, во многих государствах, которые добились успеха, уже не являются государственными, они приватизированы. И в этом, в принципе, в приватизации нет ничего плохого. Другое дело, как они приватизированы, на каких условиях они приватизированы, восстановлены ли объекты, которые приватизированы. Вот сейчас здесь мы находимся на объекте, который был приватизирован и восстановлен. Разве это плохо? Я не знаю, кто здесь хозяева, но низкий им поклон и уважение за ту работу, которую они выполнили. Но таких примеров, к сожалению, не так много. Мы имеем другие примеры, когда объекты приватизированы и долгие годы стоят без изменения. И эта собственность, неважно, чья она, частная или государственная, не работает, не приносит прибыль никому. Это очень плохо. Это очень ответственная сфера. Тут нельзя действовать как слон в посудной лавке. Каждый объект стоит того, чтобы внимательно был изучен. Мы обобщим опыт приватизации, мы продолжим приватизацию на законных и справедливых условиях, на условиях, которые выгодны нашим гражданам, потому что то, что не приватизировано, принадлежит всем. А как известно, государство – это не всегда лучший собственник. В нашем с вами случае государство, к сожалению, такое государство, которое мы имеем сейчас, худший собственник. Такое тоже есть. Но я вам гарантирую, что мы в этой сфере наведем законный и справедливый порядок. Вопросы собрали. Есть одно предложение. Слово «толпа» здесь не употребляется. Здесь толпы нет. Секундочку, пожалуйста, представьтесь, кто вопрос задает, откуда, фамилия, имя, из какого города, поселка, села. Евгения Сюзанна, город Гагра. Я, так как житель данного города, хотела бы узнать насчет нашего больничного учреждения. К сожалению, мы вынуждены, все жители, я думаю, с этим согласятся, что мы вынуждены ездить либо в Айлер, либо в Сухум. Если даже у нас и есть, медики, да, врачи, которые достойны там, можно сказать, но здание и вот данная территория не соответствует тому, что, например, даже то, что сделано в Сухуме. Я знаю, что Александре Золотинскович было отреставрировано данная больница. Но когда займутся наши гагринские больницы, мы все будем своих детей в Альбер, в Сочи, хорошо, все будем знать. Спасибо.
деньги абхазского бюджета, которые выделены на здравоохранение, это чуть более 600 миллионов рублей, невозможно отремонтировать Гагарскую больницу или любую другую. То есть нужны источники дохода. Республиканская больница, туберкулезная клиника, психоневрологическая клиника и другие объекты медицинские, они ремонтировались за счет средств Российской Федерации. Я абсолютно солидарен с постановкой вопроса в том состоянии, в котором находится Гагарская больница, не должно находиться медицинское учреждение. Это абсолютно правильно. Конечно же, будущему руководству Абхазии придется срочно рассматривать и решать подобные вопросы. Проблемы не только в Гагре, проблемы в других районах тоже аналогичны, но Гагра есть Гагра, хотим этого мы или нет. Но, к сожалению, Гагарская больница та, ну, в которой проблемы приходящие уже много-много лет. Если вы считаете, что это кто-то делал умышленно, то это неправда. У нас был фактически предпроектный вариант ремонта Гагарской больницы. Это был первый вариант. И второй был вариант вообще перенести больницу в другое место и сделать большую клинику для того, чтобы она достойно работала и зимой, и летом. Вот таков наш ответ. Спасибо. Вопросы зала. Здравствуйте. Если вы меня слышите, меня зовут Владимир, я местный человек. Вот я рядом живу с морем, постоянно вижу, вам задавали вопросы, и вы после дела, видимо, рыбу ловят беспощадно. Если один человек старый, подобный меня, придет рыбу ловить, его сразу известие приходит оштрафовывать. А то, что миллионы тонны вывозят, это никто не видит. Хотя красиво по телевизору говорят, что там деньги зарабатывают, знаете, что еще хочу сказать. Мне 80 лет, я много видел в жизни. А если вот то, что рыбу ловят в Турции или куда-то посылают, не знаю, нельзя у нас построить птицефабрику, чтобы местные люди покупали птичьи мясо здесь. Этого не стоит, что ли? Рыба, во-первых, там 200 метров, говорят, к берегу не подъезжают. Это неправда. Они подъезжают даже 50 метров к берегу, подбирают полностью, вообще, чуть ли не камни забирают отсюда, а местному населению, старику, прийти, рыбу половить от килограмма, два или полкилограмма, это счастье для человека. Пожалуйста, обратите внимание на это, я прошу вас. Обязательно. Ну, спасибо за этот вопрос. Я не понимаю инспекторов, которые мешают гражданам Абхазии ловить рыбу на удочке. Это превышение должностных полномочий, как минимум. Или непонятная самодеятельность. Это вопрос решаемый. Теперь, насколько... Вы знаете, любую идею правильную можно дискредитировать ее неверным исполнением, ее неверной реализацией. Промышленный вылов хамсы осуществляют многие черноморские государства. Турция, Румыния, Грузия, мы. Хамса – это рыба, которая мигрирует. И если работать точечно в соответствии с требованиями экологов, соблюдать режим временной, объемы вылова, технологии вылова, то это польза населению и страны. Если мне не изменяет память, у нас
5 или 6 рыбоперерабатывающих заводов. Совокупный налог, который поступает от их деятельности в бюджеты разных уровней, примерно 350-400 миллионов рублей. У меня такая информация. Микрофон потом, да. Нарушают ли они требования вылова? Нарушают ли они технологии вылова? Я не знаю. Я знаю одно, что если решение этих вопросов будет зависеть от нас, нарушать никто ничего не сможет. Или это будет связано с риском для свободы, с очень серьезным риском для свободы. Вот так я вам отвечу. Вопрос из зала. У меня вопрос к Александру Владимировичу. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, население Абхазии чуть больше 240 тысяч человек. На территории Абхазии сегодня 6 коммерческих банков и, соответственно, Центробанк. Как вы думаете, банковская система в совершенстве у нас работает или большие проблемы? Ты мне таким тоном задал вопрос, мне показалось, что это приговор, а приговоры выслушивают стоя. Я встану, наверное. Да? Что нам делать с банками? Увеличить их количество или что? А что хотите? Мы вам разрешаем, что хотите делать. Лишь бы они работали. Банк, он на то и банк, и тогда банк, когда в нем есть деньги. А когда в банке нет денег, это просто банка пустая. Смысл банков коммерческих, да, но должна, эта финансовая кровь, она должна течь. Беда в другом, что у нас ликвидность очень небольшая. И, конечно, какой бы ни был коммерческий банк с громким названием, который выдает кредиты по 36% годовых, ну, вряд ли с этим банком можно иметь серьезное дело, можно взять кредиты и не вернуть их. Банковскую систему, конечно же, надо развивать, несомненно. И мы неоднократно пытались это делать, помогали банкам. Но для этого нужны большие средства, большие деньги. Это факт. Неприятностей у нас в банковской системе очень много. И они давние. В том числе и послевоенных времен и по сегодняшний день. Проблем, повторяю, очень много. Огромное число невозвращенных кредитов. Долговые ямы, люди могут расстаться с домами, с квартирами, в том числе. Это непростой вопрос, его надо изучать и заниматься этим вопросом надо компетентно. Устанавливать хорошие отношения с соответствующими структурами вне пределов Абхазии. Пытаться покупать дешевые деньги. Если будут дешевые деньги, то и банки будут выдавать дешевые кредиты. Тогда производители абхазские, мы говорим средний производитель, мелкий производитель, они могут достойно работать. А под 36% годовых или 46% годовых, такие случаи ну, много раз фиксировались, да, это реальность. Ну как можно вернуть такой кредит? Надо заниматься чем? Продажей оружия, продажей наркотиков, торговлей людьми, там еще чем-то, да? Другой ликвидности в нормальном бизнесе нет. А все, что я перечислил, это запрещенные виды деятельности. Вот таким вот образом. Я могу спокойно сидеть? Вопросы зала. Вот. А, ну давайте. Уважаемый кандидат, Женя Слан, можно я выйду 3-4 минуты? Мне дайте, пожалуйста, я поговорю с вами и с народом. Я мать погибшего. Давай.
В России не собираются так
так уже, все улицы пустые, и все организации закрыты. А мы собираемся, ради вас сегодня здесь собрались, и рискуя все свое здоровье, собрались и хотим будущее. А будущее как может быть, если коронавирус гуляет среди нас? Пожалуйста, прошу вас на этом счету. Обратите внимание, а много вопросов тогда решится дальше ваши проблемы. Программа ваша очень хорошая, я выслушала. Вы на народном языке объяснили народу программу вашу. И я очень благодарна за такой доступ к народу, к слухам народа. Народ не понимает разные языки такие, которые... А вы просто нам все объяснили. Все хорошо. Но чтобы дожить до этого, давайте вот с коронавирусом, пожалуйста, не только койки пустые, а вот какой-нибудь вот на номер дайте, куда нам позвонить, если мы недомогание почувствуем. Я хочу жить тоже. Спасибо за внимание. Молодец. Слышь, пойду. Так, Азарапов, пожалуйста, зала, что-то зала Кузьмо, вопросы зала. Есть? Валера, пожалуйста, кому что попал? Валера, зала, попал. Ари Харай Хахайвар, Бразуэ Братья,
щука, а рахи пуру, щука рахи пуру. Вы хаджим ли хан ги хан, хари нам как и дыскову ги хан. А вон ба абас хай, я рады чкуну ба хан. А бри, а псну, а псну, и плару на яйкла, позитр, пста за арияна, снегуш псрула, пыш псрула, и псиена, кучик, арияна, кежелки хвадар спынула, айкла на псира нырбула ге, урвакум срасапам ха, хай ворюш бомар и нейса, и хапста за рейхи, и по абас, и хапштар сахарыха. Ушла халшара хану мурасара хады. И хаху гибхал чот абхазахам. А не все это. Хара мать рарев шельхал тебе. То есть пятый глаз ажда. Черти в зиме вдруг. А черт пахтару виду има сырявцы без вашего разжиру. Я хаху чпахчапа. Сару шубабра. А ус из два гагрыгя. А ха харахала я бот. А бду я мать и псышил и зимы чудва. Хай нахал. Ай. Бранза хайха, сидержи схома хай. А при ушука таку, а ри я думаю, ковид стану, ма вахча пантом, ма программа, порома школ, порома, та отчала хайнут схала, адзбара хамбутса сбизбот. Уйса схалта отчара здесь потома. А ри бадя стара. Европа имя пасуивку, а миграция. А папа абджерты садкуя айваран ванцлая абстаза разъеху грехон. А рахбанткара дьюпы гемаджу ва абсурва яхмарин. А при миграция вебисуют абсурдюцка. Юху пирамадзура юху. Шараш ванагра сахар сахан. Шараш куна цум ехепсна миграция аме бисча. Ахайлюцка миграция процесса. Уяка. Айвады. Арахас куба хала дырхаха ахшо. Диаспора, Турктула, Сирия, Йордания. И того, как Александр Золотецкий поехал, и Пихана, Сирия-то, а брат, вдруг Пачугарди. А вас еще, как бы вы психиками упали, психиками упали, злахой злахтеро, а при нападах о демографии, а при хахинусах о миграции, процессе по своей, мясо еще будешь, память. Так, Саверш. Это ум. А миграции, а репатриации ала сала года самира. Тартула им ход и рацина апсу милатор хатарна кцва аяшазы. И бдинзе не бдрует и хаму по запан, у бхазапана чубыс енуп, а тула увыгат и бхазов апсу инткара разыгн дарвин за алагги и псуо адмне хинзен за адзу инхо. Упорт зигапса са тартула инхо Абсолютно уверен, хотя у самих еще нужно, а закон в конституции у нас оно. Я говорю, а ра, харе шахта хазира сведею, язык облая. А у ее дарбан за Аллахи, тыпка анту, даже тыпка хзи свое. Язык кой, убы все о процессе. Убы все о процессе, язык кой, прием. А у ее абстаза ара, я хай, хайху, дашто. А при апсид зехица ой шаштуевш. Упыстничка ауп ауе. Харах винкарры бзейня хшнечка ар. Харах птулова апята дарит ахаргылар. Харах кына закване шахто уса ур. А репатриация я хаджиба ирбо а ара кырн и рацаны и холод. А тагыла зашава азго. Ава брах и зима ава Амала брах хирма вазуху нагзим, ава брах и зима ава брюк, рзин ахчера и шапнаго ахминткара магана яушазум, а уэбю акарта дара тагылазим, у брюк и зима ава. У брюанты ахминткара япнаго цара чидаква, и дуква цараква хадзбаанца, ария процесс айнш хаддурный зыгалазум. Я хаги о хаги, я шо пью из ариапроцесс хача заробу. И шо пнаго хазней робу. Ах ше ратан хазней робу. Вы я хаги, и рул шаха царяйчу по хаймачу. Царя ше лузка ау брюк. Хара хинткарра амю я ше нукула. И закону хинткарра ах цена яула. А у нас хатюги. А такой знаешь, что мысли лыкала, как бы это процесс фаричка ара, я хай марихот, и марихот вас пьяна го. А баса так, а сто добрый сара, у я бы хочу сара пьяна. Абсолютно, что это хэ,
وی در زاتو پاشکول پرچه، ای در زاتو پیگیر کمیلات پرچه. یه حد احکام از زاکان چزدیک یا خوبشتو یه بند زاوی سوی ابری زاکان آب سخرا تفو تخمو آب سود بسپیسو وی مزروب تکل از آشا یو سواغانه از حر احیدکاری مزوی ابزر آب سود بسپیسرا مود خارو اخوبریزی که یکو باشو سکه وی نیزمریو تنو خوچه تنو پا خوچه با بیش باشو سکه خزا انزر ناسی و دیو خود هر احبز شای یو دیو بشای خزو این قطعو هیاش از ایماج زم این قطعو تویتی که دون ایتی که رسوب حیث خودسم آبی وگالا پا ارزا پا سپیسیلیز سا حقو بشب و بریتی مخناس ایتی که حیطا خم خوید خب بدا ایت بطو سارو سارو خواه هاومو آی Сам зай, а губзира шума зай, да сам Георгий па, Александр Золотинский па, шахахбов гуябу и таха схонар хана, гулаб сила зай ристр стаху, бадра зураби па. Шамсыгам юшксам хышксам из, а министра культуры джа, я хотел бы шума нас министра Нигера Ахшангалаха на коллектив вашу айчабушей цыргана халавши ба агварачани хаду. Аха еха гуш гуни хаму бхарах район ма царагум гудауд и нагныха благих угол гигри нагны псоунза. Шарам шахулус пшо зебшанки шума зебш сром, шарашпани шума зебш. Псух с ямой хапсу лар фэйплю раштахра и награф яштахра за. Уи акха зюбахас. Еха хаму бирачадзана ашоу группа баха. Абидон хапкси, дабханч хапкси. خوشحال حبسون داره کش را حواهید هر بول ای را حریحتم خوشارو به حریحتم شویارو ابری لبگالا آمتال شخوگل زیبش شورتی شپاگو شبک خوشگوانه گرا اتاق قرصر سخوب زورا بیبا لبگالا شوشخوا او دارتن هنیا سارز شوزگوش بزیبش شوزخاک اکتیزنا اگلتورا اوز ازیزو رمز خون Ихынза халшуз, ишырдурэш, а культура джэра юдзу, а бэсшэй кумхэ, а кябэзэй кумхэ, а бэхаха злэшэнжу, хаша, убрызэк злэцэз хауа альбэлэ, шэгэту, а бэсшэн эйвхэ, а культура гях кябэз гяйзхара хумпэда, идзэгэ, аджэра юо. И что же, а культура нахо, а культура ярхала, тыпка же и пхны холодзом, а культура артбара, зайцахраза, аха, нырцки, а тун милат уртару, юбару, яхайрейхо, а культура тыглазаща, юду, коло вруб, стазара, убила, руца, сухяпыз, ядны, коло, уртге, ацклавшина, азвуту. Убрегана халаскуяна год, абре еха вчера хотала оса хыжу кераза коллектив ома, а герта коллектив ко и шахтовый шучичу йоди по ирца хома, а против по этнографе коллектив ко арыцхра баку. Уй проблему ко шарифиму, проблему ко дары вацвены яхтыру и хынца халушузги, халушуз на хакзон. Убрегана хала Айлка Рахаузер, Ангел Рахаузер, и хау жран за нишескез, и зашпо за цхора Рагалькал, и цеги от цхора Мепахты в Хакуйту. Это Бог дарит за шчеба, за ауюр с культура, с кябыз, и пстаза арах, танзаны, а бил цфак соу, хамзи мишыгайцо, а бьяхаму от ухай и курханы, вот и гилар нику, а бипара пырзан, а жидзаджисчу, Амон Шларачев, пицца, шчепа, амадзе, табу. Абра, ваш, шучу, заказан, запала, вот то, чырым, питал, а задам, зай, Александр Золотинский, пей, сам, яркий, пей, и хвост, кыву, вы, хабачар, пыльши, уму, уцна, угубзи, ухубзи, вы, хабачар, пыльши, пыль, хвача, байцар, анчану, дзим, пчала, анчан, хайба, нехахта, вот это, чё. Дорогие друзья, в мой адрес поступил вопрос. Аслан Георгиевич, наша молодежь, окончившая вузы, приехав на родину, вузы в Российской Федерации,
приехав на родину, не надеется устроиться на работу, уж тем более получить достойную заработную плату. Как вы на это смотрите? Конечно же, это очень плохо, когда люди остаются без работы. Вы знаете, этот вопрос нельзя решить на любительском уровне и неподготовленным образом. У нас, к сожалению, нет кадровой политики. Ее нет. У нас есть, особенно в последнее время, отдельные кадровые назначения. А весь кадровый резерв – это родные и близкие главы государства и топ-менеджеров категории А. Поэтому профессионально этой работой никто не занимался. Что я могу сказать по этому поводу? Значит, мы должны вернуть что-то типа госзаказа на определенные специальности. Государство должно рекомендовать людям получить вот такое-то образование с учетом потребностей нашего государства, экономики, сферы культуры. И вот этих людей государство будет обязано трудоустроить. Те, кто выходит за рамки этих лимитов или этих специальностей, это люди, которые идут в свободное плавание. Такова жизнь. Но я вам такую цифру приведу. Наши высшие учебные заведения Абхазии в год выпускают более 500 людей с дипломами. А последние 4 года в Абхазии работу находило около 600 человек всего в год. Вы представляете? Тут явная диспропорция. Все это надо посмотреть и взвесить. Мы должны перестать делать контрафакт, в том числе в сфере образования тоже. Наличие диплома не всегда гарантирует наличие глубоких и профессиональных знаний. Поэтому проблему придется изучать и решать честным и должным образом. Амнистия будет или нет? Амнистия с определенной периодичностью у нас проводится. В отношении определенной категории осужденных, девочки, это акт проявления гуманизма со стороны государства. Уважаемые граждане, амнистировать будем тех, кто раскаялся в совершении преступления и встал на путь исправления. И пусть никому не кажется, что кому-то удастся обмануть. Он на путь исправления стал или ловко хочет уйти из тюрьмы. Вот тут мы мешать точно ничего не будем. Дальше. Вопрос. Будут ли выдаваться паспорта жителям грузинской национальности? Жителям грузинской национальности, которые имеют право на абхазское гражданство, безусловно, паспорта выдаваться будут. Паспорта выдаются гражданам. Если они граждане, законные паспорта им будут выданы, конечно же. Почему, вот тут вопрос такой, сегодня более 80% населения зарабатывает на курорте. Почему ни один из кандидатов не говорит о том, чтобы завершить начатое еще в СССР строительство зимнего курорта на горе Мамзышка? Ведь завершил данный проект, все те же граждане, которые зарабатывают посредством туризма, будут заняты круглогодично, а не от сезона к сезону. Это очень хорошая идея, но она носит исключительно масштабный характер. Ее нельзя решить с помощью фирм, однодневок и всяких мошенников,
которые хотят застолбить свой интерес и ничего не делать. С этим мы сталкивались. Идея прекрасная, и она будет рано или поздно реализована. Но на это потребуется время. У нас не работает Сухумский аэропорт. У нас не работает то, что работало. Мы даже это не смогли сделать на современном этапе. Но уникальные условия на Мамзышке, конечно, это моя вот большая мечта. Я несколько раз туда поднимался. Конечно, горный горнолыжный курорт там напрашивается. И я абсолютно уверен в том, что он там будет реализован. Это очень подходящее место. Но это могут сделать только ответственные люди с помощью ответственного государства. Для этого они должны быть здесь, в Абхазии, и в качестве бизнесменов, и в качестве руководителей. А Тазара Паваха, есть вопрос еще? Как нам отнестись к этому? Дорожно-транспортное происшествие, ханибею грантов, шусыгитоход, вин, немей цаха, сара, сэнчу, сахутвитха, шерстнитки и таспо. Егиис хэ зеги, ибханги из хэ, сара, из хэ, ибсахту, айтакараху ацету, МВД, СКП, прокуратура, программа Юнисиму, Уэйну, Бена, Ахсу, Иша, Ахсу, Ханалго, Упречны, Ина, Аза, Амзалык, Хейзаны, Яхат, Хотифза, Амзетха, Юнит, Рата, Хадзом, Снеги, Сисход, Сарми, Сахар, Исхозен, Сам. Шаргылы олады сыпун хайп испыши баздарапа, аджаджала, ему баздарапа. Дядзам, вар, зевот раздарапа сыр. А как и барк давать раздарапа на сизы гарп уларапа хаму? Яркач раздарап. Аздара, уприня из Фарис из Паху. Александр Золотинский, Аусан Ивуз, Евгекс из...
Дышимцы забыли, брата Богзалпа. Лицо обшали, а убри сара у вас в Яна год. Убри рабшка и не его залоги. Убри Богзалпа. Железнодорожный Богзалпа. У вас шрыла бы пас в Яна год. Сара убри вопрос обри актив в Яна год. Убри Это у Аберта вокзал по лицу Абхазии в Рабхе захрыла год хвасфар в Ахжету Пьянку. Уи затагла заши хей хамадзам Рабхе в Беус Хала Гарцфа. Ихадзам уи затагла заши шуксы вишуксы аладзом амцы и бахамха. Юдрве Аурс сиртахын, айрман сиртахын, акрц сиртахын, айлхан меус урц. Уиза цвевера паан. Усами? Обрезаре хей актуалны иказар. Хар обрезаре ахат кулот. Обрезаре хюникр ахзаатар и ахзе. Дачакала ариза вокзалпа. Ариза вокзалпа Европа и Рымадзан. Аре кирах шни лахажет тахазер, вы вас фаре ила сови айцов. И аз хабр взио, и рам хандесва. Каждый из них памятник архитектуры. Уникальный памятник. Хотя бы сохранить, предостеречь от разрушения. Убрихал хашароб как минимум. Айхан и усагур, нас хочет узнать вокзал до Кахарлогу. Уедки в Ромган Астот Хазфо. Будем цвою. А? Хоббитов. Ай хобра, что за разу? Мам, ты ай хобра. Ай хобра, 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 уже Аджа Абрашадзе Акула Захан Аджа Исхойд Аджа Базакан Алексей Фа Читанав Анатолий Чазабас. Аура стоит,
мишак схотубышы зиндыро, аны шаба шаба шоу. Уйыкын зки ши, жафи вибзи шксазын. А комитет поколы, и хабы поколы, а запан поколы, санта ашляхи ахи. Ари яны гой. А бас сол ара, хэнткар, я шагуту его безыша, хотуб безыша. Это уже хорошо. Телевизор хавал, что они зеро, хшлаха кобой, зигзил. Санстарт стоху, ты хадуму дизбума. Александр Золотинский, фэсэр ахи, гибзил и сэвэ. Хаачас казанэр атаху, хабас апку ланчар вэрэй, телевизор ла, ирпси ланчар вэрэй, схадзо. Хаачас казанэр атаху, дарбин президенту, дарбин министру, абьязапан арыдры кулэйсин, шалашксой бдэро, а хаачарсон, ахыдры кинэйна, изары класына, абрэу аусял жирэхо. Декомладас. Даже к Сальстову, Росшала, гибнущие парки, они уже погибают. А Армаха Рапсалуэвы, 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 Сальстову, они нужны? Конечно, нет. Ура, Анхаю, 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 Асаралида Халагдир, Вах, Пайцой, Вах. И теперь бой. Харапсон жив везде, как они дальше, а президент принесла хочу, да и у вас другую ахали левую. Пусть и морем, а вас не розумеет. Везде, кого розумеет, а президент везде, хава, хави. Али яшин. Сарабас хуяна бой. А потому что партия по шарахаю шаришин. Я чу за алой. Хара, чтобы ты говорил, что же? Что такое партия? Партия – это группа людей, защищающие интересы одного человека. И еще ищут свои интересы в этих вопросах, конечно. А идея БЗШа и Сахарин Спахов. Что такое родной язык? Язык – это на котором с малых лет говорящий говорит. А если он будет с малых лет говорящий на китайском языке, значит, по национальности будет китаец. Значит, она абсуал дюсселя. Обретятся в хиху. Зюксе зубрёв. Яхколой добра. Аслан Георгиевич, Миналазан, Яшин Спадьер, Мишахтач Пазгиши. Что такое кризис? Кризис – это крутой перелом. Это значит буксует. Наша страна буксует уже несколько лет. Долго ли так будет буксовать? Я хочу в форме тезиса, в форме тезиса прочесть некоторые очки. А причем Зубко Александр Золотинский познал, а брат Гагарин был осад, как и так, как стоху. Куда мы шли? К чему мы пришли? Аслан Георгий Ипа, а брат Габалдаш Жухпан, Эйзи Суку, а царя Парапыт, а так почти. Рус часы лахтарни бой, а бас я пшиху, а так был дальше. Рус фасад твой. Сегодня кучка людей богатеет, а масса голодает. Не так ли? Так она есть. Нет или почти нет ничего государственного. Все продается и все покупается. Не так ли? Под видом приватизации приватизируют государственное имущество. Спекуляция дошла до своего апогея. Безнаказанность стала нормой. Коррупционеры объявили бой коррупции. При деньгах значит метит в президенте.
страна Абхазия независимая, она от нее ничего не зависит. Должностные места представляются по методу свои и чужие. Дороговизна доводит до нищеты. Хочешь стать чиновником высокого ранга, создай партию. Земли, участки государственные и частные заросли буряна по косительникам. Купи-продай стало нормой жизни, и пьянка тоже. Арендатор зарубежник плывет в миллионах, а хозяева земли нищенствуют. Чины и звания растут, а раскрываемость снижается с каждым днем. Законы работают на состоятельных. У чиновника зарплата низкая, но этого хватает на покупку кричащей автомашины. Чем больше партий и групп, тем легче руководить. А о государственном языке говорится много, но на деле он второстепенный. Вопрос демографии главный, он в тени. В аренду сдаются действующие объекты. Дают высокую должность, потом воспитывают. Есть гражданство или нет, неважно, главное, есть деньги. Накануне выборов вспоминаю, что и люди нужны. Критика власти со стороны средств массовой информации снижается на ноль. Смотрящий подменил участкового. Так. Честный человек, как белая ворона в стае. Чиновники, как птицы, что сидят на макушке веток, сильно таскачиваясь ведром. Главное удерживаться на них, выходя временно. А вот этот старый вернулся с этим сыром, что там за Тахмадик вас отошел. По-моему, вас я не завидую, я хотя вам за зиг, что я разлагаю за уси. А мне что ты сейчас, это я ира. А брат,